Банде Гуру Пададандам Бхакта Винда Саманнитам Шри Чайтанна Прабхум Банде Нитта Ананда Саходитам Шри Нанда Нанданам Банде Радхика Чаранодаям Гопи Джана Самайуктам Биндаванам Манохар Ванча Калпатару Ашаки Пасинда Бхавача Патитанам Павани Бхавишна Бхибхьо Намо Намаха Мукам Кароти Вачалам Пангум Ланхайта Гирим Ятки Патам Ахангванди Парамананда Мадавам Бриндавай Тулсидеббай Пиявай Кешавасар Шна Бхакти Паде Деви Сатва Ваттвай Намо Намаха Нараяна Намаскритта Наран Чайва Нараттамам Девин Сарасватин Вясам Тату Джайо Мудире Шанкитане Кришна Кату Падеши Гаурия Патрашо Пракасане Ча Шадану Ракта Гуру Бхакти Йогта Бхакти Прамадакша Джагод Бараньо Дхейям Сада Парибхавагна Мавишта Духам Титас Падам Сива Виранчанутам Сараньям Бхита Тихам Панатопал Бхавадипутам Банде Махапурусате Чарана Равиндам Ятпад Паллаванакачандамани Чатая Бисфуриджита Кимапикабхавадуша Дарши Пурнанурагара Сасагара Сарамурти Сарадхикамай Кадам Кароши Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Шри Кришна Чайтанна Прабхунитананда Сиаддхайта Гададхара Сивасади Гаура Бхактавинда Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Ajanulambita bhujau kanuka budhato Санкетаной Купитару Камала Такшо Вишам Бару Дижавару Джугадхар Мапалу Банде Джагат Приякару Каруна Бхатару Хари Кришна Хари Кришна 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 Хари 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 Рам Хари Рам 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 Хари Хари Намами Ганге Тава Пад Панкаджам Сура Сурайр Вандито Дипа Рупам Бхуктинча Муктинча Дадасинитам Бхаванурупена Сада Наранам Ганга Таранга Раманинья Джата Калапам Гори Нирантара Вибуши Тобам Бхагам Нараяно Прияманангамада Апахарам Варанаси Пурапати Бхаджави Шанатам Ваги Шаджуша Бадане Лакшми Риджасача Бхакшаши Джасьясте Хиде Самбит Пам Нишингамахам Бхаджи Хари Кришна, Хари Кришна,
Krishna, Krishna, Hare, Hare, Hare Rama, Hare Rama, 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 Hare, Hare. Jiyo hai kato achyuta vigarsati mavitipta, Srishna natahastak udaram sravanam kutaschit, Grano annatahas chapaladrika chakarama saktir bhavo shapatna eva ghapatim lulanti jivai kato chuta vikarsati mavitipta srishno annatahas tak udaram sabanam kutaschit grano annatahas chapaladrika chakarama saktir bhavo shapatna eva ghapatim Lunanti. Gaudiya Goshtipati, Srisila Bhakti Siddhanta, Saraswati Goswami Thakur Prabhupada, Jagadguru, сказал. Кто может спасти нас от материальных оков? Только лишь личные спутники Гауранги и Кришны. Бхагавана Шри Кришны. Только лишь они могут спасти нас от этого ужасного материального мира. Мы связаны тугими оковами из-за майи. Все обусловленные души теряют свое сознание, лишаются разума. И никто не может помочь нам оборвать эти оковы, лишь саду, гуру и вайшнавы, личные спутники Гауранги Махапрабху. Но при этом необходима стопроцентная искренность. В таком случае... И также необходимо желание... Я хочу познать абсолютную истину. В таком случае мы должны наблюдать за деятельностью различных саду. Я уже много раз говорил, Прабхупад очень часто говорит, кто есть гуру, а кто обманщик. Мы должны понять, тот, кто служит Верховному Господу 24 часа в сутки, Пурнавасту, тот, кто служит Пурнавасту постоянно, не теряя ни долю секунды, он настоящий гуру. Тот, кто служит абсолютной истине постоянно, не теряя ни долю секунды, он настоящий гуру. Итак, нам необходимо разбираться в этом вопросе, кто есть гуру, а кто нет. Если я хочу изучить математику или изучить английский, тот, кто будет помогать нам изучать, Прабхупад говорит, я не говорю о дешевых гуру. Они могут... Даже Бхактивинода Тхакур являл такие лилы, изучал санскрит, учил его видьясагар. Видьясагар переводится как «океан знания».
Тем не менее, он океан материального знания и образования. И это не помогло ему пересечь океан материального существования. И Прабхупад говорит, что я не говорю о материальном образовании, потому что материальные учителя не могут спасти нас от опасности, от нашей смерти. Как вы знаете, Прабхупад говорит, в Шримад Бхагаватам сказано, тот, кто не может спасти нас от неизбежной опасности, от смерти. Мукта-пуруши. Для них смерть ничего не значит. Что вы подразумеваете под смертью? Вы То есть смерть — это то, что вы забываете о связи с этим материальным миром, вы оставляете это материальное тело, и ваша атма входит в новое тело. И вы ничего не помните. Порой случается так, как какое-то чудо, что некоторые люди, они помнят, что было в прошлых жизнях. Это также имеет научное доказательство. То есть обычно человек не помнит ничего, что было в предыдущих жизнях. При смене тела он забывает об этом. Шукадев Госвами говорит Парикшит Махараджу: «О царь, ты скоро, ты готовишься умереть, и ты должен отбросить животную концепцию жизни». Это говорит о том, что нет ничего. То есть что такое смерть? Это просто ничто. Если мой Гурудев не спасет меня, если он не может этого сделать, прежде я рассказывал, Прабхупад говорит, я готов предаться лотосным стопам такого гуру, который может на 100% даровать мне духовное благо. Я не собираюсь предаваться тому, кто наполовину является гуру. Прабхупад говорит, я собираюсь предаться лотосным стопам того, кто может даровать мне 100% духовное благо, кто может освободить меня. И это очень важный момент, о котором необходимо помнить. Главная проблема в том, что мы уделяем наше полное внимание этому материальному миру, всему, что связано с материальным телом и умом. Это главная проблема. Our ignorance is there.
наше невежество. Из-за невежества мы умираем. Если бы было знание Таттвагьяна, то мы не умерли бы, потому что не возникало бы даже такого вопроса, как смерть. Образование, которое мы накапливаем из этого материального мира, возможно, достигая каких-то ученых степеней, то есть можно всем этим заниматься, но это образование не останется со мной надолго. Это оно будет со мной лишь в течение этой жизни. И даже в этой жизни оно может стать бесполезным. Когда кто-то, допустим, парализован, то есть, возможно, он прежде был очень образованным человеком, с заграничным образованием, но болезнь может сделать его сумасшедшим. И в таком случае он забудет все образование, все, чему он научился. Образование бесполезно, материальное образование бесполезно. И о чем говорит Прабхупад? Парамартхи Видья, я обещаю вам, что если вы от всего сердца будете слушать харикатху с полной искренностью и желанием обрести знания, постичь, я обещаю вам, сидя на вьясасане, что вы не забудете эту видео при условии, что вы будете полностью погружены в это, то есть выражая свое полное, полную подлинную искренность. И то образование, которое вы получите сейчас, вот это духовное образование, в следующей жизни оно будет с вами. Оно останется с атмой, потому что вечное образование не покидает атму. Каждый раз, то есть вы вынуждены рождаться в соответствии со своими предшествующими самскарами и в соответствии с этим проживать свою жизнь. В соответствии с самскарами вы получаете то или иное рождение. Тот, кто дарует мне тот, кто нисходителен ко мне, то есть все мои органы чувств хотят наслаждаться. И если гуру разрешает мне, говоря, что да, все это так высоко, то есть духовная наука так высока, ты можешь чуть-чуть понаслаждаться. То есть он нисходительно относится к моим желаниям наслаждаться. И все мои органы чувств хотят наслаждаться. Моя речь, мои руки, ноги. Если гуру позволяет мне делать это, Прабхупад объясняет, что это стопроцентный обманщик. Потому что гуру в переводе означает тяжелый. Он учит очень высоким истинам. Если гуру не может спасти меня от обусловленного состояния, в таком случае он определенно не является гуру. А если он из любого состояния может спасти меня, спасти от любой опасности, если я нахожусь подле гуру или за тысячи километров от гуру, гуру обладает контролем надо мной, то есть при условии, что я на 100% предан ему. Такова гуру таттва. Прабхупад говорит, что в начале каждого года, в начале каждого месяца, каждой недели и каждого дня, а также каждого момента мы должны поклоняться гуру для того, чтобы преодолеть это материальное
материальная обусловленность. Нам тут очень комфортно, и это есть майя. Но, то есть мы комфортно себя чувствуем, не понимая, что мы находимся под влиянием майи. Со всем этим... То есть мы не сосредоточены на лотосных стопах Шри Гуру и Вайшнавов на 100%. Как много различных джив находится под в обусловленном состоянии. Есть пять видов обусловленных душ в этом мире. Те, кто... Те, чье сознание полностью покрыто. Ачарита Четан. Бхактивинода Тхакур все это объясняет. Я хочу только коснуться этого. Тот, чье сознание полностью покрыто. Следующая категория. Тот, те, чьи... Те, чье сознание уменьшено из-за влияния, те, чье сознание немного горит в океане, в огне. И следующая категория — те, кто развили сознание, развили свое сознание. И последняя категория — те, кто в полном сознании находится. Полностью сознающие души. Их сознание полностью чисто и ясно. Нет никакого покрова, никакого покрытия майи на нем. И Чайтанья Махапрабху поэтому постоянно говорит нам Чайта Дарпана Марджана. Чем больше вы заинтересованы в слушании Шравана, в Шраване и Киртане, в Апракрита, Харикатхе и Киртане, тем больше, чем больше вы хотите применить в своей собственной жизни все эти вещи, все эти духовные истины, это больше и больше указывает на... То есть это есть признаки саду, и это позволит вам продвигаться вперед. В соответствии с Ачинтья Бхеда Таттвой необходимо помнить качество, то есть что есть чит-дхарма, что Кришна и Джива на самом деле, то есть качественно они едины, они обладают ними теми же качествами, но количественно они различны. Вечная разница между Дживой и Кришной. We should not express doubt about you, about this point. I can discuss day by day. There is countless diversity. Бесконечное разнообразие. There is countless diversity you can find. Даже в бхакти, столько разных видов бхакти. Допустим, даже пять пандавов, каждый из них обладал разным видом бхакти. Также Утара Матаджи, Кунти Матаджи, каждая из них, все они Субхадра Матаджи, то есть все они обладали разным видом бхакти. Субхадра на самом деле сама Бхакти Деви. Джаган Бхадев Субхадра, и Бхактивинода Тхакур объясняет, что Субхадра — это Бхакти Деви. Итак, бесконечное разнообразие бхакти существует. Все дживатмы, в конце концов, исходят из Татасха Шакти Бхагавана. Поэтому
Чит-дарма. There is oneness, the same, similar, between Krishna and the jivas. То есть в качественном отношении джива и Кришна схожи, но в количественном, с количественной точки зрения, бесконечное разнообразие в этом. Бхактивинода Тхакур говорит, что Ачинтья Бхеда Абхеда Таттва есть Веды и есть Аведы. Бхеда Абхед. То есть вначале говорится Бхед, затем Абхед. Бхактивинода Тхакур объясняет, когда вы разница очень... То есть главная разница, то есть Бхед и Абхед, то есть схожесть и различия. И Бхактивинода Тхакур говорит, что у дживы очень много сходств. You know sky is there, but you cannot feel it. This way, Aved. So Aved means only Chetan, Chit particle. Пхет и Абхет. И выдающий, то есть главным из этого Пхет, это слово Пхет, то есть вечное единство. Perception of different. Восприятие различных. Восприятие. То есть разница, как я уже сказал, главная, то есть в этом определении. Theoretically true, also feeling we can bring, but it's you cannot directly you cannot see. Rather, it is a manifestation of Nitya Veda, eternal difference that is always prominent. Bhaktivinoda Thakur speaking. То есть Нитья Веда, вечная Нитья Бхеда, вечная разница. Another words. Это когда вечная разница и вечное единство одновременно присутствует, существует одновременно, восприятие Бхеды всегда в этом определении идет на первом месте, то есть оно главнее. То же самое в случае с Ишварой и Дживой, в их единстве не отличий друг от друга. Даже на уровне Сварупа Сиддхи, this way, actually, in one house, both of them can stay. So we can see both names. We can say this way. We are going to speak. Actually, now point is there. The jiva forgets her true nature. Джива забыла свою подлинную природу. Vidya, navidya, I already told. Свою изначальную природу. Видия и авидия существуют вечно. Они существуют вечно в дживатме, внутри дживатмы. В соответствии с временем и обстоятельствами, при помощи саду-санги, видия может расшириться, а из-за майи авидия может захватить нас.
То есть обе они вечно существуют в дживатме. С незапамятных времен они находятся в дживе. Джива забыла свою истинную природу, свою изначальную природу. Все живые существа — воплощение вечности. Знание и блаженство. Но из-за того, что они маленькие частицы Верховного Брахмана, они забыли свою настоящую природу. Из-за майи они претерпевают проблемы. Они пали в океан нескончаемых рождений и смертей. Жизнь и смерть, жизнь и смерть. Безначальное невежество сотворено майей, иллюзорной энергией Кришны. Майя вечно существует. И... Тем не менее, потому что мы привыкли так думать, что есть все начало и конец, мы также к этому применяем. Но тем не менее, майя у Майи есть конец, она может подойти к концу, ее влияние может подойти к концу. То есть это не так, что Майя бесконечна, она постоянно будет с нами влиять на нас. Майя может прекратить свое влияние, она может уйти. Под влиянием Шри Кришны, влиянием энергии Шри Кришны, Майи, которая создает иллюзию с незапамятных времен, Джива забыла свою настоящую конституциональную природу, что она Брахма Парат Пара Акхилешвар Хорный. Что моя природа — это служение. Это по своей природе я вечно существую, и что я полна знания и блаженства. Забыв обо всем этом, Джива падает в материальное существование этого мира. Находясь в этом материальном мире, мы отождествляем себя с какими-то материальными ролями. Постоянно мы думаем, что вот меня зовут так-то, живу я там-то и так далее. Отождествление живых существ в материальном мире, ложное эго. Все это производные иллюзии. И в соответствии с заключениями истины, то есть джива на самом деле никогда не может находиться в условленном состоянии материального мира. Но мы, тем не менее, видим, что все дживы погружены в майю. Также вы знаете, что Бхактивинода Тхакур говорит, что дживы
обладая материальными телами, органами чувств и так далее. В общем, такое объясняет это в Джайавадхарме. Точно так же духовные тела очень тонкие. Бхактивинода Тхакур подтверждает, что джива — мельчайшая частица по своей природе, преисполнена сознания. Она обладает знанием. Она, тем не менее, ошибочно считает себя наслаждающимся. Забыв о своей вечной природе. And subtle. We cannot see it, but it is surely there. Bhaktivinoda Thakur speaking. The material human body is made up of. Материальное человеческое тело состоит из панчабхут, из пяти элементов этого материального мира. Мы видим руки, ноги. У нас есть руки, ноги и так далее. Уши, нос. Точно так же духовное тело дживы существует. Совершенное духовное тело, но оно не покрыто Майей. Это наша вечная форма. Когда джива попадает в обусловленное состояние, то есть ложное отождествление джива покрывает ее. Ложное отождествление покрывает атомарно маленькую вечную частицу дживу. Сначала тонкое тело, потом грубое тело покрывает дживатму. И мы не можем избежать этого. Но мы вновь и вновь слышим одну истину. Прежде всего, нужно вспомнить шлоку, с которой я начал. Это очень важная шлока, и то, что объяснил об этом Прабхупад. Прахлад Махарадж плачет перед Нарсимхадевом и говорит: «Мой язык тянет меня в одну сторону. Я никак не могу обрести удовлетворение. Мои низшие органы тянут меня в другую сторону, погружая в проблемы. И мой аппетит, мой живот, желудок также чинят мне проблемы, тянут в другую сторону. А нос также хочет наслаждаться запахами, прекрасными ароматами, и он тянет меня в другую сторону. То есть все органы чувств разрывают меня. О, Прабху, у меня нет никакого удовлетворения, я лишь постоянно понимаю, что я нахожусь в серьезных страданиях. А кожа моя также чинит мне проблемы. Итак, Прахлад Махарадж говорит, что как человек, у которого много жен,
вместе с женами у него куча проблем. То есть он не может удовлетворить своих жен. И об Авиде Прабхупад постоянно говорил. Только благодаря общению с чистыми Гуру Вайшнавами мы сможем преодолеть Авидию. Но будьте внимательны, наше общение, если мы находимся в истинном общении, тогда это возможно. Если мы слушаем Харикатху, Бхактивинода Тхакур говорит, что санга — это привязанность. То есть общение — это привязанность. Если нет привязанности, если у меня привязанность к материальным вещам, к материальному процветанию, тогда вы можете, в таком случае вы можете и совершать сатсангу, но под именем сатсанги вы совершаете асатсангу, потому что вы не придаете этому полного внимания, значения, не уделяете полного внимания. То есть для прогресса необходимо настоящая сатсанга. Сатсанга никогда не проходит впустую. В Нардапарчаратре сказано, что как баджра, Индра стрелы пускает. То есть имеется в виду, что то есть, если я от всего сердца плачу, видя свое плачевное положение, только тогда возможно обрести садусангу. Если я не плачу от всего сердца, чтобы достичь этой садусанги, чтобы ее получить, я также могу привести пример с Нарада Махараджем. Я еще вернусь к этому моменту. Нарада Махарадж в прошлой жизни совершал настоящую сатсангу. Но сейчас в наши дни под именем сатсанги так много разных грязных вещей происходит. Сатсанга никогда не проходит впустую. Нараджа Махарадж из очень-очень бедной семьи, у него была очень бедная мать, она не могла даже два раза в день поесть, еды не было. Когда Нараджа Махарадж почувствовал привязанность к саду, Нараджа Махарадж рассказывал Васудеву Госвами, несмотря на то, что я был очень маленьким мальчиком, обычно маленькие мальчики любят играть, просто играться. Но Нараджа Махарадж говорит, саду пролили на меня уникальную милость, потому что они не видели во мне вот этого стремления к играм детским. То есть у меня не было никакого вот этого беспокойства ума. То есть я хотел лишь слушать харикатху, вкушать прасад. Если вы не перенимаете пример поведения саду, то, допустим, если вы зарабатываете деньги и даете ему эти деньги, то он не захочет этого принимать, потому что в этих деньгах реакции кармические. В соответствии с этим я хочу напомнить вам, бхакти унмукха сукрити. То есть если вы инициированы, я не хочу вас беспокоить,
Но я, то есть, делать вам больно, но я хочу открыть абсолютную истину. Бхактивинода Тхакур говорит, что многие-многие люди получают инициацию, но эта инициация, так называемая инициация, они не инициированы должным образом. Может быть, они повторяют аник, но инициация их не настоящая, поэтому они не получают результаты. И также я могу доказать, что они не заинтересованы на 100% познать абсолютную истину. У них нет такого понимания, что в любой момент я могу оставить это тело, как Шрила Бхактивинода Госвами Махарадж постоянно повторял это. Вы можете умереть в любой момент, поэтому необходимо быть очень искренним. Возможно, все в порядке с Гурудевом, но у вас нет искренности, или у вас неподлинный Гурудев, если вы на 100% преданы. То есть, но суть в том, что если вы на 100% преданы, обязанностью Дауджи Махарадж, Баладева, является обеспечить вам гуру. То есть Баладауджи Махарадж направит вас. Если же вы не инициированы должным образом, если это была так называемая инициация, в таком случае я могу сказать, что вы вообще никакой инициации не получили, если это не была подлинная инициация. Если также вы повторяете и зарабатываете деньги при этом, и даете их саду, это даст вам баван мукха сукрити. Вы можете зарабатывать деньги, давать их чистому саду, но вы бхакти не получите, потому что вы не хотите бхакти, потому что нет у вас нужды в бхакти. Даже по сей день я ни разу не видел такой дживатмы, которая... у которой лишь одно желание — обрести лишь бхакти, которая вот уже пришла к этому заключению, что все, больше ничего не надо, ничего. То есть ничего, уже всего хватит в этом материальном мире, я хочу лишь бхакти. И такие дживатмы невероятно редки в этом мире. Если... То есть дживатма может жертвовать деньги, то есть такой человек может жертвовать деньги, но они получат лишь материальное процветание. То есть он не получит бхакти, потому что он не хочет бхакти, он хочет материальное процветание. И точно так же служение может быть не полностью чистым. Или, например, если кто-то хочет совершать служение, оно, такое служение не даст бхакти, потому что такой человек не заинтересован в обретении бхакти. Он просто хочет внешне совершать какую-то севу, какое-то служение, и он получит баван мукха сукрити. Что это означает? Есть два вида сукрити. Первое — Бхактион Мукха Сукрити, Сукрити, которая дарует бхакти, которая дает вдохновение продвигаться к чистой преданности и также дает силу слушать Харикатху, применять ее в своей жизни. Вы как сумасшедшие хотите вновь и вновь слушать Харикатху, но когда кто-то с какими-то мотивами совершает внешнее служение, он получает бхава Анмукха Сукрити. Если 10 тысяч рупий отдашь, то ты получишь лак этих рупий. То есть пожертвуешь одну сумму, получишь в 10 раз больше. То есть майя, в конце концов, вас обманет таким образом. Это никакое не приобретение, это обман майя. Кто-то может говорить, что я так много служил гуру, но это, возможно, это было внешнее служение. И как бы как результат этого вас назначает в следующем ачарии. Этот человек совершал служение, допустим, с желанием материальных богатств, и в результате он получает деньги. Не получает бхакти, но деньги.
dustbin, like money can come. And that money can come, all appearances, that is very dangerous. И деньги, влияние, положение очень опасно. То есть из этого Бхакти Мукха Сукрити вы погружаетесь еще в большие и большие проблемы. Почему я говорю, что порой мы видим в наши дни, что положение ученика гораздо лучше, чем гуру. То есть я могу доказать это, что обусловленная душа, которая хочет получить дикшу от так называемого гуру, порой гораздо лучше состояние такой дживы. Потому что положение такого ложного гуру очень обусловлено. Гуру Вайшнава, подлинные гуру Вайшнава не хотят ничего принимать, но для нашего блага они принимают. Пять видов на случай Нарды Муни я могу показать, что так как Нараджи Махарадж был очень заинтересован в слушании Харикатхе, он никогда не хотел никаких выгод получить. Как мы говорим, Ванча Калпатарбешча. Ванча Калпа, то есть древо, исполняющее желание. Если вы служите гуру и вайшнавам, но у вас какие-то материальные желания, какие-то выгоды вы хотите из этого получить, вы никогда не получите бхакти. Таким образом, весь мир погружен в опасность. Люди не хотят слышать об этом. Итак, Нараджа Махарадж был то есть два вида Нарды. Нарда Сидда Нарад, который обрел ситхи, и тот, который являл лилу обусловленного мальчика. В предшествующей своей жизни, если кто-то... enter into Naraji Maharaj, they can go on doing this way. Actually, point is there, Nitya Siddha Krishna Prem Sadhu Gubunai, I already told. So Naraji Maharaj actually, previous life, going to give example, so after that what happens, when going to leave, то есть у Нарды Махараджа не было никаких отдельных желаний. Не хотел ничего, кроме как обрести бхакти. И он получил даршан Бхагавана. Всего лишь доли секунды он созерцал Бхагавана. Когда он плакал, горько плакал, «Бхагаван, я хочу увидеть тебя вновь!» Бхагаван ответил, «Нет, в этой жизни ты не сможешь увидеть меня, сейчас ты не можешь». Потому что в сердце чей-то дарпана марджанам еще должным образом не произошло.
кое-какие еще грязные пятна остались. Совсем чуть-чуть. Пока эти грязные пятна находятся в сердце, Бхагаван не может даровать свой даршан. То есть, если какой-то лишь запах обусловленности присутствует в этом случае, Бхагаван не может прийти и даровать свой даршан. Должны баджан, правильно, подобающий баджан. То есть можно стараться, но если эти старания... В прошлые дни я рассказывал о том, как майявади также пытаются совершать баджан, но их баджан ложный баджан, не подлинный. В прошлый раз я рассказывал эту шлоку. Они путешествуют по материальному миру вновь и вновь. Те, кто не хотят накапливать таттва-гьяну, получить сатсангу, майявади также говорят сатсанга, но тут речь идет о подлинной сатсанге. Я смеюсь, как это можно называть сатсангой? Они, являясь майявади, не понимают, что это не настоящая сатсанга. Из-за невежества они вовлечены в исполнение своих желаний, связанных с камой. Они накапливают знания якобы из шастр, но на самом деле их знания материальные. Они думают о себе как о больших знатоках, ученых, умиротворенных людях, но они не понимают, что тем самым они взращивают в своей жизни больше и больше анартх. Как уже сказал Брахма, в Мундаке Упанишаде, я уже цитировал шлоку из нее, есть еще одна подобная шлока. Они глупцы. Вовлечены в кармаканду и думают. То есть даже во времена Адвайты Гасая было много пандитов, которые думали о себе как о больших знатоках, но на самом деле они находились в невежестве. Они думали, что жизнь их очень успешна, они достигли большого успеха, что они совершили много благоприятных вещей и много благоприятных дел, но они хотят быть вовлечены в кармаканду, соответственно, они следуют этому пути, и они могут отправиться в рай, но оттуда их, в конце концов, выпнут полубоги. Они будут наслаждаться на райских планетах своими
благодаря своему накопленному благочестию, но в конце концов полубоги прогонят их. Как в случае с Науш Махараджем, он достиг сварги, когда все его сукрити исчерпало себя из-за грехов, которые он совершал, в конце концов его прогнали, он родился в материальном мире, он родился на этой же планете, на нашей планете, как змея. Итак, Иша Упанишад очень ясно объясняет. Мы легко можем понять то, о чем идет там речь, но майявади не могут понять, потому что они думают о себе как о больших пандитах. Они... Андхам тамаха правишанти же авиддам упасате тато бхуйо иво те тамо я увиддаям рата. Они также читают, цитируют эту шлоку, но не могут понять значение ее. Эта шлока приводится из Андхам тамаха правишанти же авиддам упасате. Те, кто поклоняются, находясь в невежестве во время Харикатхи о Вишнуприи, я рассказывала об этом, те, кто заняты, вовлечены в подобную деятельность, они все находятся в авидье, в невежестве. И это невежество делает из джив ослов. Видьясагар также думал о себе как о великом знатоке. Но что произошло дальше? После того, как он остал этот мир, он родился вновь и уже не мог ничего вспомнить из того знания, которое он накопил в предыдущей жизни. Возможно, какие-то самскары остаются, но знание стирается, его не остается после смерти, оно не пойдет вместе с вами. В этом главная проблема. После смерти знание материального характера уходит. Это забывчивость не такая, что вы забыли, а потом вспомнили. Нет, это очень особый вид забывчивости, так что вы не можете вспомнить совершенно. Вы просто лишаетесь этого знания. Кришна говорит, что с незапамятных времен дживатма скитается по 14 мирам, но я принимаю рождение вместе, то есть я постоянно нахожусь рядом с ней. И я помню обо всех ее бесконечных, бесчисленных рождениях, но дживатма не помнит, но я помню все ее рождения. Но джива не помнит, вы не помните. Арджуна обусловленная душа, но Бхагаван устраивает все таким образом. Простите, Арджуна выступает как обусловленная душа, но Бхагаван показывает, представляет ему Сиддханту таким образом, что он очень ясно все воспринимает, понимает. Гаджендра совершал баджан в своей предшествующей жизни. Он был Индрадюмна Раджой. Но он забыл обо всем. Когда он родился в теле слона, он не помнил, что он на самом деле Индрадюмна Раджа, царь Индрадюмна. Благодаря своему предшествующему благочестию, предыдущему накопленному благочестию, он смог вспомнить то, что касалось баджана. Но Джара Барата
Это исключение, это особое благословение на нем было, что он помнил все. То есть он, потому что он уже был, уже почти вошел в ворота успеха, то есть уже почти достиг успеха. И также он не совершал никаких аппарат. Джадабхарата не совершал никаких аппарат, только лишь потому что он привязался к олененку. Все это произошло. Поэтому, по милости Бхагавана, он помнил свои предыдущие жизни. Но в случае с Индрадьюмна Раджой все было по-другому. Он забыл из-за того, что он совершил апарадху лотосным стопам Агастья Муни. Он поклонялся, но не поклонился риши, которые пришли в его баджан-кутир. Дроначар Парват. Поэтому по проклятию риши он родился как слон. И ни о чем не мог. Ни о чем не помнил. Бхагаван говорит, результаты поклонения мне, то есть если вы совершаете баджан, то есть если вы даже какую-то карму, то есть если вы что-то делаете для Бхагавана, он считает себя в долгу, он критагья, он думает, он что для меня делает, и должен отплатить. Бхагаван помнит все, что сделала каждая из жив. Если материалисты делают что-то, а потом забывают, то есть кто-то кому-то хорошее сделал, но и забывает, что добро, которое нам делают, живо забывает. Но Бхагаван всегда помнит любые усилия, которые вы приложили в баджане, искренне Бхагаван помнит о них и хочет отплатить вам. Гаджендра совершал баджан в своей предыдущей жизни. И поэтому, когда он находился в опасности, он сконцентрировался и внутри себя он почувствовал, то есть он направил свой взор внутрь себя, переключился с внешнего на внутреннее. Он начал повторять джапу, как он делал это в своей предыдущей жизни. И внезапно он вспомнил, о, я хорошо знаю, то есть эту мантру, я должен принять прибежище Верховного Господа. И по этим четырем пунктам можно очень многое сказать. Четыре вида людей совершает баджан. Но если каждый из этих категорий разобрать в деталях, то вы поймете, что речь идет о очень серьезных вещах. Что это не так просто. То есть Гаджендра относится к категории артха. Те, кто столкнулись с проблемами, они прибегают к помощи Верховного Господа и начинают совершать баджан. То есть у них трудности, у них болезненная ситуация в жизни образовалась. И для того, чтобы преодолеть ее, они начинают совершать баджан, начинают поклонение Господу. Парикшит Махарадж Арджуна относится к категории джигьяса. Артхи
Артха – это гур, это Дрова Махарадж. То есть изначально он хотел получить, исполнить свое желание, он хотел занять трон царя. Ему не позволили сидеть на коленях отца Уттанапады, потому что вторая супруга Уттанапады была против этого. Поэтому Друва Махарадж очень переживал. Он хотел сидеть на коленях отца, и поэтому он начал совершать баджан. Он совершал гьяна мишра бхакти. В Гите написано о Бхарат Махараджа как о гьяне бхакти. Чатуршан, Санатка, Санатана. По милости Бхагавана они обрели возможность получения сатсанги. Поэтому они достигли то, чем обладали, и они относятся к категории гьяни бхакт. Вы можете отправиться в Варанаси, Харидвар. Там много харикатхи постоянно в Харидваре. Но я знаю наверняка, что эти майявади, то есть люди, которые слушают их, не понимают, что это не настоящая харикатха и никакая не сатсанга. Но люди не понимают и посещают их харикатху, предлагая дандават этим махараджам. Но они не понимают, что это не сатсанга. Только лишь если мы получим общество чистого преданного, у которого нет никаких ожиданий, кроме как никаких желаний, кроме как служения Шри Кришне. То есть вот такое общение называется сатсангой, совершенной сангой, общением. Поэтому она очень редка. Джагадананда пандит говорит. В Према-Виварте он говорит, что в век Кали очень сложно встретить подлинного саду. Большинство из них не настоящие. Большинство из саду этого времени не настоящие. Это говорю не я, это то, что говорит Джагадананда пандит, и также об этом говорится в Шримад Бхагаватам. Я могу процитировать эти стихи при необходимости. Там очень ясно написано, что в век Кали саду очень редки. Бхактивинода Такур также пишет по этому поводу. Во многих местах, в Джайва-дхарме и так далее. Также, как вы можете вспомнить, прежде я говорил на эту тему, но в деталях я не раскрывал эту тему. Все дживатмы скитаются по этому миру, бегают по этому миру, не понимая, кто есть саду. No.
The question is that those trees, they are not living. They are not living entity. Those trees, they are not living entities. And those the blower in the house of blacksmith, you know, one blower, always oxygen flowing, one by one, blower. Вопрос стоит, деревья живые или нет? Деревья не живые. И Шикадев Госвами дает ответ. So the blower not habituated to take exhalation, and inhalation. They are habituated. So they are actually living being not. So ordinary man, they are also going to increase garbage in this material world. Yesterday, обычные люди, они хотят увеличить мусор в этом материальном мире, то есть собирают грязные вещи. Говорится, что когда увеличивается население этого материального мира, опасность в этом мире. Если много животных, увеличивается количество животных на этой земле, в этом нет проблем. То есть такие животные, как тигр и другие хищники, могут напасть на слонов или кого-то других животных. Но когда люди спускаются на низший уровень жизни, они могут делать все, что угодно. То есть животное... Вишна Чакрати Такур говорит, что если человек начал баджан, но потом потерял свою веру в гуру и вайшнавов, как в случае с Калапахаром, он родился в очень-очень высококлассной брахманической семье. Он начал совершать бхакти, но в конце концов он лишился бхакти. Когда-нибудь я расскажу об этом подробнее. И он стал настолько опасным человеком, даже мусульмане не были настолько опасны, как этот человек. Он разрушал храмы. Он даже хотел разрушить храм Джаганнатха. Итак, когда человек совершает апарадху день за днем, его сердце и сознание падает ниже и ниже из-за капады бхавы. Когда достигает его сознание нуля или даже уходит в минус, ноль — это еще в порядке, а вот когда отрицание, в отрицание уходит в негативное, тогда проблемы. И разве деревья не живые? Не, они живые. Уличные собаки, деревенские собаки. Разве они не едят и не ходят в туалет? То есть это... Точно так же Шукадев Госвами, ну, то есть Шукадев Госвами таким образом дает нам понять болезненную ситуацию обусловленных
джив. Уличные собаки, разве они не едят? Разве они не ходят в туалет? Разве они не дышат? То есть не значит, что человек, если у него есть две руки, две ноги, что он человек в подлинном значении этого слова. Я, возможно, еще больше животное. Я могу показать много, привести много доказательств, что без бхакти, если мы, то есть материалисты перенаселят эту планету, имеется в виду, будет перенаполнение людьми, то Бхактивинода Тхакур выражает свое переживание по этому поводу. Если вы... видите, что класс отреченных людей увеличивается, то есть саньяси становится много, брахмачари становится много, это проделки майи. Сейчас, когда ко мне кто-то приходит и говорит: «Махарадж, я хочу принять отреченный уклад жизни», я говорю: «Нет, нет, не надо, живи как грехастха». А если примешь отречение, ты можешь стать лицемером, то есть лицемерие может тебе прийти, и ты пойдешь. Если, то есть обычно я не разрешаю, но если я встречаю какую-то дживатму, которая подтверждает, которая дает разрешение принять отреченный образ жизни, такие личности, как Бхактивала Пчиртха Госвами Махарадж, конечно же, тогда я принимаю. Тогда я... То есть Бхактивинода Тхакур говорит, когда отреченных становится больше и больше, то это проделки майи. Потому что майя навевает заблуждение на обычных людей, они не могут разобраться, кто саду, а кто не саду. Если бы они... Если они встречаются с саду, и прежде они не совершали никаких аппаратов, они естественным образом почувствуют влечение к нему. И они захотят развивать отношения с ним. Итак, в одеждах отреченных личностей, говорит Бхактивинода Тхакур, то есть эти якобы отреченные люди для того, чтобы... то есть у них желание зарабатывать деньги, и они не могут себе помочь, не могут себя освободить. Как они могут помочь другим? Итак, в Бхагаватам, завтра я буду говорить об этом в деталях, мы можем видеть, что каково положение отреченных, подлинно отреченных людей. Те, кто дает лекции на духовные темы, почему они занимают возвышенное положение среди, то есть имеется в виду на лекциях, почему сидят на висасане. Итак, весь этот мир, прежде всего, люди должны слушать гуру татва и вайшнава татва и рассматривать ее на примерах Шрила Бхакти Прамодпури Госвами Махараджа, Шрила Кешава Госвами Махараджа и так далее. Они должны смотреть на то, как они прожили свои жизни, эти великие вайшнавы. Простая сухая философия не даст понимания.
Рамануджа Ачарья. То есть необходимо изучать как минимум каждый день жизнеописание вайшнавов, гуру и вайшнавов, для того, чтобы защитить самих себя. Вокруг нас майя, так много майи. Итак, майявади утверждают, что тоже совершают сатсангу, но мы не можем согласиться с ними в этом. Определенно, то, что они делают это, совершает асатсангу. Упасана означает поклонение в обычном значении этого слова. В соответствии с санскритской грамматикой, упа-асана. Упасана. Упа означает предлагать. Допустим, я совершаю упасану по отношению к Гурудеву. Я должен сесть перед Гурудевом и совершить упасану. Когда я в уме поклоняюсь, Гуру Махарадж также находится напротив меня. То есть упасана означает находиться напротив вашего поклоняемого объекта. То есть когда вы совершаете поклонение, материальное, Итак, те, кто поклоняется Авидье, те, кто поклоняется материальной Сарасвати, которых много в этом материальном мире, Авидья — это майя. Видья Сагар, Раджа Раман и так далее. Те, кто поклоняется Авидье, они погружают себя в еще больше оковы. Они не могут освободить себя из оков майи. Now it is written, Annam Tamaha Pravishanti Je Aviddham Upasati. It is sure those who are going to worship Avidya. Определенно, те, кто поклоняется Авидье, surely they are going to enter Tama. Погружаются в Тамагуну. В темноту невежества. В сравнении майявади погружаются все более и более темную тамагуну, в дебри темноты, глубже, глубже, глубже в невежество и темноту. Они готовы занять сиденье Верховного Господа, имеется в виду положение Верховного Господа. То есть Прабхупад говорит, что эти майявади йошит санга. Внешне они делают вид, что у них нет никакого
интереса по отношению к деньгам, положению и так далее. То есть так они обманывают глупых, невежественных людей этого мира. Но Прабхупад объясняет, что они, Йошит-санга в высшей степени, потому что они хотят занять положение Брамы. Поэтому они самое неблагоприятное общение для нас. Прабхупада Сарасвати Пад также говорит об этом. Прабхупада Сарасвати Пад говорит, что они хотят доказать всем, что они свободны от материальных оков. И таким образом они погружаются глубже и глубже в майю. Как бы там ни было, в случае с Нараджи Махараджем, если вы... То есть его... То есть сатсанга, которую он совершал, была совершенной. Его сознание возрастало. Сатсанга была настолько совершенна, которую он обрел. Как после того, как саду уже ушли, он все равно наслаждался тем, что получил в их обществе. Саду-санга ушла, но в жизни подлинного ученика Гурудев может давать ученику даршан внутри сердца. Это говорит о том, что бхакта подлинный. День за днем желание Нарады Махараджа возрастало совершать бхакти. Когда он уже приготовился оставлять тело, на секунду он вновь смог обрести даршан Бхагавана. Бхагаван сказал, в этой жизни только лишь одну секунду я смог даровать тебе даршан, чтобы ты испытывал вдохновение. Люди, у которых есть, которые нечисты, у которых есть еще желание, какое-то желание камы, совершенный гуру, если вы совершаете баджан под руководством совершенного гуру, в таком, то все в порядке, но если это не так, то то в этой жизни, возможно, вы не достигнете успеха. В Прити Сандарбхе сказано, когда Дживатма достигает успеха, мы не можем сказать, что паршад может пасть с духовного мира. Это обладает паршад дехой, телом личного спутника Господа. То есть он не может пасть.
detail. Prajujyamane mahi. So, prajujyamane mahi sudhyam bhagavatin tanum. Bhagavan going to allow one vishuddha tanu. Arab, you know, prajujyamane when going to allow me. Here, awarded means manifested. Somebody can say, Mara prajujyamane mahi tvam sudhyam bhagavatim tanum. And Vishwanath Chakur speaking, it is awarded. Awarded means manifested. In pursuance of Siddhanta presented by our Gauriya Acharyas in the previous chapter. You know, the aim is that Jivatma can do bhajan perfectly. Siddhanta, которые оставили нам в нашей предшествующей шляпе, говорят, что Дживатма должна совершать должным образом, совершенным образом баджан, затем она получит васту ситхи, затем сварупа дживая. With regard to his being awarded or manifested. Проявляется в соответствии с ее природой. Prajujyamane means actually awarded means manifested. Otherwise, it is wrong siddhanta. Then every time, all jivatma can, you know. This way, we can discuss this point tomorrow. So it has to be established in heart. Нитья Сиддха Бхава навсегда устанавливается в сердце. То есть она всегда и так присутствует там. И только лишь баджан может помочь проявиться ей, пробудиться. То есть вечно она находится внутри сердца живого существа. Чистая любовь к Кришне вечно присуща Дживе. Она находится внутри сердца, в сердце Дживы. Это не что-то, что приобретается из другого какого-то внешнего источника, откуда-то извне. Это не так. Когда сердце очищается Шраваном Киртаном, происходит чей-то Дарпана Марджанам, как говорит Махапрабху, благодаря процессу слушания Харикатхи, Киртану, повторению, любовь естественным образом пробуждается. You can remember another slogan a long time before I was discussing. Yatha yatha atma parimijyate asau matpunna gatha sabano vidhanai tatha tatha us. Это шлока из Шриман Бхагаватам. Чем больше искренне вы слушаете Харикатху, тем больше очищается ваше сердце. Чем больше вы будете слушать Харикатху, совершать киртан, тем больше очистится ваше сердце. Оно может стать очень и очень чистым. Сам Бхагаван говорит, что вы должны слушать мои игры, описание моих игр, мою славу. Supreme Divinity, about my lilas, kirtan you will have to do and hear. Вы должны совершать, воспевать киртан о моих деяниях. Чем больше вы будете следовать этому, тем больше вы будете очищать свое сердце и взрастите в себе возможность видеть, получать тонкий даршан, то есть видеть, как, например, мама наносит каджал на глаза
ребенка. Для того, чтобы ребенок развил возможность видеть, то есть улучшилось зрение, чтобы. И точно так же, чем больше вы очистите свое сердце, тем больше вы будете обладать возможностью видеть духовные вещи, тонкие духовные вещи. То есть в соответствии с вашим бхаджаном вы получите и способность видеть. Шри Кришна Чайтанья Махапрабху сказал Санатане Госвами следующий стих. Он также находится в Расамрита Синду. Когда человек привязывается к Верховной Личности Бога, как это произошло с Нараджа, он взрастил себе эту привязанность. Когда кто-то привязывается к Верховной Личности Бога, стремление любви такой дживатмы полностью переполняет ее сердце. Когда кто-то привязывается к Верховной Личности Бога, естественная склонность такой дживы любить полностью захватывает ее, и это есть трансцендентная привязанность. Вы знаете, что такое материальная привязанность? Все вы знаете, что такое привязанность. У всех у вас есть практический опыт, практическое понимание. Но когда джива привязывается к Верховному Господу, она сфокусирована на нем, и это зовется трансцендентной привязанностью. Когда эта трансцендентная привязанность увеличивается, почему Нараджа Махарадж достиг успеха? Почему, к чему говорится эта шлока? Он оставил тело, и затем Бхагаван наделил его, наградил его. Его привязанность преданное служение в соответствии с привязанностью, то есть преданное служение, выполняющееся с привязанностью, зовется рогатмика. Вначале привязанность, потом она увеличивается, достигает высшей точки. Эта привязанность уже зовется трансцендентной. Рогатмика, спонтанное преданное служение. Это возможно для любой дживатмы, для абсолютно каждой дживатмы. Это возможно, достижимо на 100%. В Прити Сандарбхе. Джива Госвами Пад пишет, материальное тело, состоящее из пяти элементов,
After having been awarded, awarded means manifested. I already follow. Покидает такое преданное тело. Awarded, и его... Awarded means manifested. I already told. The body of an eternal associate was given. Он получает тело вечного спутника. Тело Нараджи Махараджа состояло из пяти материальных элементов, и оно, он оставил его. В Шримад Бхагаватам, в комментариях Шрилы Джива Госвамипада и других ачарьев объяснено. Объясняется эта шлока. Также сегодня я хочу затронуть один момент. Почему? Почему это сказано, это написано в Сварупе? То есть, когда кто-то получает сиддхи, как... В прошлой катхе я рассказывал о том, как... То есть, если... So this way, and also another point very important, that this sloka, the Vaikunthasya Bhagavato Jyotirmaya Bhutaha, etc., this sloka, I can discuss tomorrow. In Vaikuntha Jagat, there are in Vaikuntha Jagat есть бесконечное количество духовных форм, которые все являются джатирмоя. Джатирмоя, джатира амсабута. Формы. Они исходят из сияющего, сияющей формы Верховного Господа, а потом говорит Джива Госвами Пад. В мире Вайкунтхи есть бесконечное количество духовных форм мурти. И преданные, когда становятся освобожденными, Господь дает ему одно, то есть Господь, преданный принимает одну из этих форм. На Вайкунтхе Джагат нет ничего, что бы не являлось чинмоя. Все чинмоя. Мы знаем, что Шри Джива Госвамипад написал в Прити Сандарбхах в отношении Шалака Мукти, что есть бесконечное количество духовных тел, спутников на Вайкунтхе. Это очень важная сиддханта. Такие духовные тела ждут, когда их примут живые существа, те, кто стали совершенными благодаря совершению садхана баджан. Я расскажу об этом в будущем в деталях. То, что я сейчас говорю, это лишь половина, поэтому вы можете, это может ввести вас в еще большее замешательство, но завтра я в деталях обо всем этом расскажу. How it is possible that in Vaikuntha Jagat there is nothing material. На Вайкунтхе Джагат нет ничего материального, все там чинмоя, все трансцендентное. И если вы начнете спорить, попытайтесь понять, это ваше материальное тело. То есть у вас нет
никакого представления, сколько джив бесчисленных живет внутри вашего тела. Куча там бактерий и других живых существ проживает в вашем теле. То есть внутри вашего тела находится бесконечное количество джив. Попытайтесь это понять. Когда дживатма входит в трансцендентный мир, в вечный трансцендентный мир, как возможно? Джива Госвами Пад говорит, что духовное тело нас ждет. И то есть там, в трансцендентном мире, нет ничего материального. Но то есть все, что там есть, все чинмое. Точно так же духовное тело, оно исходит из сияния Верховного Господа и находится там как украшение пока. Когда же дживатма достигнет успеха, Бхагаван наделит каждого этим телом, то есть каждого своим предназначающимся ему телом. Завтра я расскажу об этом в деталях. И вы сможете увидеть, как это все возможно на самом деле. И мы подкрепим это Сиддханта Вичаром, доказательствами из Сиддханты, что по сварупе своей сварупы все уже находятся на Голока Вриндаване. Завтра я об этом расскажу в деталях. На сегодня время вышло. Те, кто не совершает бхакти, отправятся в ад, в темноту. День за днем они будут погружаться еще глубже и глубже во тьму. Это сиддханта совершенно. Когда вы, когда любая из дживатм, кто бы то ни было, совершает бхакти лотосным стопам Бхагавана, такая дживатма достигнет успеха. Если вы исполняете свой Кришна Бхакти, свои обязанности, то есть если вы совершаете бхакти, все ваши обязанности исполнены автоматически, вам не нужно об этом переживать. Соджата тарурмулли сейчанино типпанти таскандо бхужо пусага прану пухарасча ятендриянам татхива сарва арханам мачутеджа ванчакалпатурусике пасинду бхавича патитанан павану бхавишна бхио намо.